Добрый день! Сегодня расскажу об утеплении перекрытия. У меня двухэтажный дом, чердак у меня холодный. Перекрытие между вторым этажом и чердаком выглядит следующим образом. У меня лежат балки, ширина 10 см, высота 15 см. Принцип утепления у меня какой? Я взял саморезы длиной, по-моему, 1,5 см. И с частотой где-то в 30 сантиметров прокручивал по балке, вот в нижней части балки. Потом намотал, взял капроновую нитку такую попрочнее, не самую тоненькую, чуть-чуть попрочнее. И вот, если видно на фотографии, вот таким вот образом сеточкой намотал вот эту вот капроновую нитку. Хорошо натянул, вот мы мотаем и периодически завязываем. Там прошлись несколько саморезов, сделали узелок. Прошлись несколько саморезов, сделали узелок. Вяжу сначала в одну сторону, прохожу такой змейкой, а потом иду в обратную сторону, точно такой же аналогичной змейкой. Снизу я с помощью степлера строительного набил пароизоляцию. Вот вы можете видеть. Причем пароизоляцию я рекомендую прибивать не прямо вот так вот, степлером к балке, а я вот подкладывал в местах прибивания степлера небольшие кусочки плотной пленки. Тогда вот пароизоляция при колебаниях не будет рваться в местах крепления. Сверху же сделал следующим образом по самому утеплению перекрытия. Балка у меня 15 сантиметров высотой, взял 15-сантиметровую минеральную вату в рулоне мягкую. Мы ее ложим, рулон ложим сюда, вот упираем вот здесь один край, и вот здесь вот нужно отрезать. Берем мы канцелярским ножом, отрезаем, причем отрезаем не вот точно по вот этому месту, а 2 сантиметра еще берем в сторону. Отрезаем, все отбрасываем, и сюда засовываем минеральную вату. Почему 2 сантиметра? Чтобы вата чуть-чуть распиралась и хорошо упиралась в балки, чтобы не было вот здесь вот щелей. Все нарезал, уложил. Те куски, которые у меня остались, я уже вот частично нарезал вот таких вот местах всяких, где надо обходить. Вот. Тут кусочек, тут идет вот кусочек, тут кусочек, тут кусочек. Также вот здесь вот огрызками всякими уже нарезал то, что оставалось, и докладывал вот все, утрамбовывал, чтобы нигде ни одной дырочки не было. Немножко попозже, для пущей надежности, решил еще немного усовершенствовать само утепление. Взял вот такой вот, такого плана можно клей взять. Вот клей для наружной теплоизоляции. Им с пистолета взял аккуратненько пестик, немножко засунул. Вот тут в верхней части ваты пропенил и рукой вот так тык-тык-тык-тык-тык. Короче, поприжимал это все дело. Оно схватилось и хорошо держится. Вот как бы немножко выглядывает. Вон, если видите. Хорошо тем, что пропенил вот это место. Не будет точно тут щели. Тут продуваться не будет. Плюс у меня минеральная вата лежит не на досках. Снизу у меня не доски, а нитка натянута. Соответственно, как бы я думал, что в теории возможно, от веса ваты нитка немножко прогнется, и у вас вата может просесть немножко. И чтобы вот здесь не появилась вот щель, опять же, я вот пропенил, прижал, и даже если вата немножечко может просядет, хотя вот уже пролежала у меня практически год, нигде ничего вообще не шелохнулось. И даже вот если оно начнет проседать, то вот здесь вот оно, вата, по сути, приклеена к балке. Она, ну, как бы здесь даже если просядет, она вот здесь будет хорошо держаться плотно, не отойдет от балки. Вот так, если видите. Местами даже вот я взял монтажной пены, еще попробовал, у меня было немного монтажной пены, прошелся монтажной пены. По сути, принцип такой же. Клей, конечно, чуть-чуть лучше. Мне больше нравится клеем пропенивать, оно и лучше держит, и не так расширяется, как пена, потому что вот пропенил, и оно все повылазило. Ну, по сути, тоже своеобразный утеплитель. Главное защитить вот это все дело от солнца, чтобы оно не посыпалось со временем.
Ну, за это я как бы не волнуюсь, потому что здесь между балками я уложил 15 сантиметров минеральной ваты. И плюс еще вот сверху, здесь ложил рулон вот таким образом. Здесь сверху уже ложу рулон поперек. Вот взял рулон, и у меня как раз 7 там с чем-то рулон практически вот раскатывается на весь чердак. Прикольно, не надо ничего дотачивать. Вот здесь вот там поправлю чуть-чуть, и все. У меня как раз на всю ширину чердака идет один рулон. Укладываю поперек еще один слой утеплителя толщиной 15 сантиметров. То есть суммарно у меня получится 30 сантиметров минеральной ваты на чердаке. В теории, думаю, как бы этого должно хватить. В общем, сейчас уже вот начал немножко раскладывать. Куплю еще несколько рулонов и раскатаю вот здесь по самому сбережению тепла. На тот момент, когда у меня не было вот этой ваты, было вот только вот здесь 15 сантиметров, чтобы вы понимали, на первом этаже у меня температура воздуха 20 градусов, 21, на улице где-то минус 5. Второй этаж у меня не отапливается. Между первым этажом все полностью закрыто, у меня плиты перекрытия. На втором этаже, чтобы вы понимали, вообще отопления нет. Через плиты перекрытия проходит тепло, и получается на втором этаже у меня на момент, когда на улице минус 5, на втором этаже сколько у меня? 13 градусов. То есть, по сути, вот эта минеральная вата всего 15 сантиметров отлично держит температуру. По сути, у меня на втором этаже там вот 13-15 градусов, на улице минус 5. Ну, вот, по сути, на чердаке я меряю точно такая же температура, минус 5, как и на улице. То есть 15 сантиметров довольно такой ощутимый утеплитель. Если же положу 15 еще сверху, суммарно 30, думаю, этого будет вполне достаточно. В общем, так, по утеплителю. Тут пропенивать ничего не буду. Чердак тут как таковой городить я не буду. Не было у меня идеи. Весь хлам, как уже говорил ранее, буду держать в гараже. Чердак будет в таком вот состоянии. Устелю все минеральной ватой. И хэппи-энд. Так, спасибо за внимание. We'll be right back.